Да, Рови тоже хочет кашу кушать. Иден кушает манную кашку. Только у нас можно покушать такой деликатес, да, Кейден? Никитка тоже. Никита еще с утра не причесался. Вкусно? Кейден, каша вкусная? Что-то там у тебя все мимо льется. Да. Сейчас вытрем. Что Кейден натворил? Он что натворил? Ура! 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 Ура, скажи, ура! Мяу! Ох, какая собака у Кейдена! Видишь, как разговаривает? One, two, three. Green. Ага. One, two, three. Let's go for a walk. Ух ты, она даже считать умеет, да? Как считать умеет собачка? Yellow, желтый. На красную нажми. Да. Circle. Circle, да. Молодец. Square. Да, square. Только нам надо по-русски учить. Да. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Как Кейден ля-ля-ля говорит? Кейден. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Скажи ля-ля. Сегодня будем весь день. Да, весь день будем учить Кейдена русскому языку. Он за неделю уже все забыл, да, Кейден? Скажи да. Занят. Занят. Бай-бай. Бай-бай, пока. Пока, скажи, пока. Ай, Кейден, какой красивый у нас. Ты такой красивый. Кейден с Ровиком играет. У нас идет здесь борьба за книги. Кейден забирает у Никитки книжку. Никита не дает. Рвать может. Так, все, собирайте, сейчас поедем к бабе. И Рови тоже все книги забирает у Кейдена. Не знаем, кому какую давать. Вот ты сейчас опять сейчас там нажрешься. Ну, опять будешь болеть, Рови. Ну зачем ты так делаешь, а, Рови? Да, мама, всем привет еще раз. Приехали мы сейчас, наконец-то, к моим родителям в гости, да? С Кейденом. Кейден видит меня, говорит, мам, мам. Меня мамой называют. Это тоже машет, молодец. А где Никита? Никита, ты уже скажи всем привет. Всем привет. Наконец-то мы доехали до бабушки, да? Вернее, до прабабушки. Бабушка-то я. То всю зиму никак не могли вот на выходных до родителей доехать.
с Кейденом, я имею в виду, потому что такие дороги были ужасные, то снег шел, то гололед. Сегодня вот дороги уже чистые, ехала, все сухие, но тут, правда, в апартментах у них также все завалено, и снег там, и лужи, и грязь, и гололед. Вот тут сейчас возле машины очень тяжело выходить, мы вот с Никиткой, когда тут выходим, прям падаем, падаем. Тут конкретный гололед на парковке. Они парковки не расчищают. Да? А, что еще хотела-то сказать? А, что еле мы собрались. Это вообще вот я поняла, насколько тяжело вот с детьми, у кого много детей, да, это так тяжело. Вот пока там с Никиткой оделись, обулись. Потом пока Кейдена одела, обула, он все от меня убегал, не хотел одеваться. Да, Кейден? А то ему варюшки одела, Рови наш пес, забрал у него варюшку, убежал. Гонялись за Рови. Потом с гаража не могла этого Рови поймать. Короче, вообще я так употела вся. О, ужас, уже села в машину, думаю, фу, наконец-то, неужели мы едем? Ой, так тяжело с детьми. Вот что-то вспомнила то время, когда мои дети были маленькие. А еще собака, щенок, это вообще еще третий ребенок. Ой, так что с детьми столько проблем, да, Кейден? Хорошо, я только раз в неделю, бабушка. Вот здесь гололед полнейший. Но папа уже завел детей. Я вот тут потихонечку проползаю. О, вот видите, у них здесь еще сколько снега. Только аллейки почистили. Детей оставила у мамы. Сама вот съездила в русский магазин, хотела показать, но что-то неудобно, знаете, все в пакетах, уже, наверное, дома, там вечером, когда приедем, покажу, что я там взяла. В русский, конечно, магазин, как заедешь, все, $50 там точно оставишь, ну, берем, потому что наши продукты, без которых мы не можем, потому что если прийти, допустим, в американский магазин, на $50 можно намного больше продуктов купить. Здесь вот всего 3 пакетика. Смотрите. Скуби-Ду, Никитка смотрит. Кейда? Скуби-Ду, да. Хорошо. Я тут хотела показать, но продукты дома покажу. Это вот маме. Салат из русского магазина по-корейски, морковный. И вот такой немецкий хлеб. Кто-то спрашивал там когда-то, что за хлеб немецкий. Это немецкий хлеб. Это же привозят тесто, да, из Германии? Ма. Из Канады. А, из Канады. Из Канады привозят тесто. Они уже тут выпекают, да? Угу. А, вот так. Кейден, ты что тут? В шахматы играл с дедом, да? Да, он смотри, сколько расставил их. Молодец. Шахматы. Еще оставил. Так, мат. Молодчина. Шах. Все. Молодчина. Кейден. Потише чуть-чуть, Никита, сделай. Молодец, Кейден так расставил машинки аккуратненько сам, да? Сколько у тебя машинок? Ну-ка посчитай. Раз, два, три. Молодец, как построил, да. Так, Никита, потише сделай, уже гости пришли. Наверное, сразу надо. Стол наш покажу. Там баклажаны жареные, да? Нет, ну надо плов, а это же как салат. Баклажаны. Мне все равно, я на ложь сейчас. Давай, накладывай. Так, приехали домой. И Кейден с Никиткой сразу залезли. Вот в такой домик у нас есть. Так, ну-ка давай, Рови, подглянем. Рови, Рови, отойди. Кто там сидит? Смотри, Рови прям вот не дает снимать, а? Отойди, Рови. Прям на руку прыгает, не могу. Эй, ку-ку. Ладно, сверху буду, Рови не дает. Такой домик у нас тут и без крыши, да? Что-то какой-то он странный вообще. А это иглу. Вообще... Как? Иглу, ну это как его. Не, ну он же должен быть с крыши, а это что-то не крыши нет. И тут какая-то маленькая такая дверца. И Рови хочет играть, да. Так, я сейчас буду продукты показывать. Какие в русском магазине.
возьмите меня к себе. Ну, возьмите. Мама, возьми меня. Возьми меня, мама. Мы сидим на кровати с Никитой, с Кейданом. Вот он, Кидунчик наш. Так, что-то отсвечивает тут. Кейдан машинки тут играет, да? Кейдан, привет. Скажи хай. Хай. Хай, золотой ты мой. Да, и Рови. Он уже с другой стороны обошел, просится к нам на кровать. Рови, ну ты не обнаглела. На диван уже можно, теперь еще и на кровать хочешь. Нет, это уже слишком. Для царской собаки это слишком. Ну возьмите меня, скажи, ну возьмите, мама, мама, возьми меня на кроватку. Да, Рови, видишь, у нас какой попрошайка. Все выпрашивает своей стойкой, вот так вот. Ой, красавец, ой, красиво Рови сидит. Молодец, молодец, Рови. Но взять на кровать мы тебя не можем. Никита, да, там уже кушает конфеты. Кейден тоже кушает виноград. Виноград Кейден любит, клубнику так себе. А ну вот, хотела показать покупки из русского магазина. И уже на этом буду заканчивать видео. Уже что-то мы так устали. Вот от родителей приехали, уже 5 часов посидели там с гостями, пообщались так хорошо. Тоже семейная пара из Бишкека. Так, ну с чего начнем? Вот укроп. Целый вот такой вот пучок я беру, 2 доллара. Я вот показывала в предыдущем видео, там маленькая пачечка. Это вот сразу можно укропчик взять, надо его порезать и в морозильник убрать. Ты что, подавился? Осторожно. Вот такую колбаску взяла. Это немецкая колбаса, но она вкусная такая. Никита любит. Я колбасу так вот постольку поскольку могу, если есть, есть, нет, нет. А, взяла свеклу тоже в русском магазине. Так, вот эту соломку брала, мы ее уже приговорили, но это я в прошлый раз брала. Что-то давно не брали, вот решила взять вот эти наши такие палочки. Так, ладно. А, киндер, такой шоколад, это польский, да, вроде польский шоколад. Потом вот эти тоже Никита любит. Будешь сейчас сырок? Винни-Пух. А, ну ладно, ты конфеты кушаешь. Вот один Кейда, ну попробовать. Не знаю, будет он кушать или нет. $1 вот такой сырок стоит. И что я еще стала брать, это вот совсем недавно только увидела тульский пряник. Они мягкие, мы уже попробовали. Такие вкусные. Вот этот с начинкой вареная сгущенка мне понравился. А вот этот еще не пробовали. Фруктово-ягодная начинка, смородиновый. Но я думаю, тоже будет вкусный. Тебе, Никит, понравились, да, тульские пряники? Никитка у меня просил тульский пряник. Огурчики. Вот такие вот корнишоны. Вот эти в прошлый раз я показывала, они там с перцем, а вот эти вот тоже классные. Вот эта банка стоит 4,49. Буратино лимонад тоже Никитке понравился. Так, уральские пельмени вот такие беру. Что я еще не показала? А, ну вот сгущенка 2,69, сгущенное молоко. И вот такие вот вкуснючие конфетки. Никитка уже там приговорил. Ой, вот эти тоже мне так нравятся. Жаклин, это зефир в шоколаде. Нежнейшие такие конфетки, вкусные. Это вроде российские. Обычно в русском магазине это вот из России, из Украины, из Польши конфеты. Вот это птичье молоко тоже неплохие. Вот эти батончики лещина тоже вкусные. Ну, вот такие вот конфетки. Все, да? Что-то вообще так мало. Вот эти продукты, я уже говорила, да, на $53. Ну, конечно, в русский магазин как попадешь. Самое дорогое, конечно, там вот эта колбаса и пельмени. Так, на, пробуй сырок. Ну, все. Будем прощаться, да? Никита скажет пока. Так, Кейден пришел. Как он умеет делать? Как он делает? Ами. Кто?
это? Хам. 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 Кто это? Ты. Кейден маленький? Хам. 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 А там еще кто у нас? Ну-ка. Никита, заглядывай в камеру. Это мамас. Это мамас. Мамас? Это мамины наушники. Наушники мамины. Кейден меня мама называет, потому что меня все мама зовут, и он тоже меня мама, да? Да, вот так вот дает мне наушники. Кейден за Никитой повторяет. Кто так делает? Кто так делает? Кейден? Покажи нам, как Рови ходит шариком. Как Рови шариком ходит. Молодец. Взял в рот нитку. И вот так уже 10 минут гуляет с этим шариком. Ну-ка, иди ко мне. Иди ко мне. Покажи. Покажи. Покажи, Джек Рассел, свою игрушку. Молодец, молодец. А, ничего не поймет, скажи, что он за мной ходит, да, Рови?